Добрый вечер. Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфира. У студии для вас працует Евген Побаловец. 1038 участков для голосования по выборах депутата у Палаты представников Национального схода Беларуси 6-го скликания утворено у Гомельской области. 40 из них у санаториях, профилакториях, домах отпочинку, больницах и інших организациях аховы здоровья. Подчас минулой выборчей кампании на Гомельщине было на 32 участки больше. Зменшение их колькости связано с узбуйнением некоторых участков. Что тычется инициативных групп по сбору подписов за кандидатов, то их сёлета зарегистрировано 57. Большинство претендентов – представники беспартийного блока. А маль третья частка – вылученцы от политичных партий. А кроме того, в регионе началась работа по вызначению представников у склад участковых комиссий. И они должны быть сформированы не позднее, чем за 45 дней до выборов. Как известно, вылучение кандидата у депутаты Палаты представников Национального схода 6-го скликания стартовало 3 липня. Их регистрация пройдет с 2 по 11 жнивня, после чего начнется агитация. Выборы отбудутся 11 вересня. В Беларуси протягивается прием документов в высшие научные установы на бюджетные места. Нагадаем, вызначиться с выбором специальности можно до 14 липня. Настасья Кучинская назирала за тем, как проходит этот процесс в Гомельском медицинском университете. Многие абитуриенты с невысокими уступными баллами традиционно отсутствуют обстановку с колькостью заяв одразу у нескольких ВНУ и шакают до опошнего. Тому 14 липня для приемных комиссий будет горячим днем. Але уже сегодня в Гомельском медуниверситете кажут, что, меркуючи по активности потенциальных студентов, можно ожидать больше высокого конкурса, чем у минулом годе. Ожидаем, что в этом году и конкурс будет выше, и проходные баллы будут выше в сравнении с прошлым годом. Ну и традиционно нам, в принципе, не на что жаловаться в этом плане, потому что всегда профессия врача, она очень востребована, и, как показывают последние годы, популярность ее среди абитуриентов, она только возрастает с каждым годом. Сегодня при выборе профессии врача многие абитуриенты кируются и материальной затекавленностью. Рынок платных медицинских послуг у нашей краине активно развивается. И коли ранее докторы были выключно бюджетниками, то сегодня это ремесло становится еще и прибытковым. Хоть романтизм и высокородность профессии для многих абитуриентов все же остаются головными вызначальными факторами. Врач – это сам по себе очень ответственный человек и... Я считаю, это самая нужная профессия, потому что мы помогаем людям, мы бороться с какими-то проблемами, болезнями и поднимаем людей на ноги, можно сказать. Зараз на подрыхтовку медика у нашей краине поглядели с іншага боку. Головная задача – узмацнить практичную частку. С этой мэтой в Гомельском медуниверситете открыли особный симуляционный центр. Тут на специальном обсталявании можно учиться робить, например, хирургичные и реанимационные манипуляции. У целом ахова здоровья Гомельского региона на узровне республики отримала высокую оценку. За 5 годов колькость высокотехнологичных операций выросла у 4,5 разы. И это так само покажет работы Гомельского медуниверситету. Поводле статистики, 78% медиков, которые работают сегодня в области, скончили миновито мясовый ВНУ. Высокий уровень подрыхтовки позволяет им и в дальнейшем удосканаливаться у профессии. Диплом выпускника Гомельского медуниверситета признается во всем мире. Причем в некоторых странах отдается предпочтение даже тем, кто закончили наш ВУЗ. Тот рейтинг, который ВУЗ занимается в системе всех медицинских вузов на постсоветском пространстве, свидетельствует о том, что у нас достаточно сложившаяся хорошая ситуация в ВУЗе, и мы, в общем-то, выполняем те все задачи, которые были возложены. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Тему подрыхтовки медицинских работников у Гомельской области обмеркуют завтра в программе «Диалог». Гостем эфиру станет ректор Гомельского медицинского университета Анатоль Лызиков. Программа выйдет у эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19:00. Свои питания вы можете задать по номеру телефона прямого эфира у Гомеля 77-68-45. На Гомельщине сегодня створены все условия для безопасного отпочинку на воде. Однако жихаров в области все равно тягнет на необсталеванные пляжи. Дарэчы, именно на их отбылись литерально все трагедии этого года. Подробности в наступном материале.
У гэтым годзе ў Гомельскай вобласці вада загубіла 18 чалавечых жыццяў, пяцёра загінуўшых дзеці. Сярод асноўных прычын, якія сфарміравалі сумную статыстыку, купанне ў забароненых месцах і знаходжанне там у стане алкагольнага ап'янення. Лічбы, па словах спецыялістаў абласной арганізацыі СВОД, даволі сур'ёзныя, аднак у параўнанні з леташнімі дадзенымі яны ніжэй. Так, у 2015-м у гэты ж перыяд загінуўшых налічвалася 22. Увогуле зніжэнне назіраецца апошнія 3 гады. Усё гэта вынік жорсткіх арганізацый мер і масавай прафілактычнай работы. Аднак у маштабах рэспублікі Гомельшчына пакуль не ў лідарах. На дадзены момант між за ўсё загінуўшых налічваецца ў Мінску. Беда всіх нещасных случаев – это все-таки, подчеркну, чрезмерное злоупотребление алкоголем. Часто происходят случаи, когда компания отдыхает, и товарищи просто не видят и не контролируют, куда делся их приятель. Самое главное, что я могу предложить все-таки, выбирать для отдыха все-таки официальные пляжи, которые присутствуют практически в каждом, как минимум, районном центре. Городе, населенном пункте. Дарэчы, усе няшчасныя выпадкі гэтага года адбыліся менавіта на неабсталяваных пляжах. Пры гэтым афіцыйных у рэгіёне налічваецца больш як 40, і на кожным з іх ахову жыцця людзей забяспечваюць пасты асвода. Дзякуючы іх працы, з пачатку года быў выратаваны 41 чалавек. І ўсё ж на фоне такой статыстыкі і зніжэння агульнай колькасці загінуўшых расслабляцца выратавальнікі не спяшаюцца. Якраз на гэтым тыдні сіноптыкі абяцаюць анамальную высокую тэмпературу паветра, а як вядома, чым вышэй паказчыкі термометров, тем выше вероятность трагедии на воде. В ближайшие дни температурный фон еще повысится. На большей части территории области максимальная температура воздуха днем достигнет 30-34 градусов. В Гомеле 30-32. В отдельные сутки и 34 тоже. По дадзеных синоптиков, зараз температурный режим выше за норму на 4 градусы. До конца штыдня перевышение досягне 10. Пик прыйдзецца на Гомельский, Брагинский и Чажырский районы. Температура ж воды на дадзеный момент так само перевышает оптимальную и складает 22 градуса. Уличивая такие умовы на дворе, специалисты закликают быть особливо уважливыми и осторожными подчас находжения на открытом солнце и проводить свой отпочинок только под контролем выратавальников на официйных пляжах. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Максим Славин. Тэлерадыёкампанія Гомель. Кібербулінг, грумінг, буліцыт, кібермахлярства – гэта не поўны спіс сучасных небяспечных з'яў, з якімі сутыкаюцца падлеткі ў інтэрнэце. У Гомельскім гарадскім цэнтры сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей адбыўся трэнінг па пытаннях бяспекі дзяцей у глабальнай сетцы. Спецыялісты правялі апытанне. Каля 80% дзяцей ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў карыстаюцца інтэрнэтам і зарэгістраваны ў сацыяльных сетках. При гэтым кожны 10-ты падлетак сказаў, што асабіста сутыкаўся з непрыемнымі фактамі ў сетцы. Кожны 3-ці чуў пра такія выпадкі ад сваіх знаёмых і аднакласнікаў. Сёння ў пасёлку Калініна ў Гомельскім раёне прайшла цырымонія ўрачыстага перапахавання астанкаў чырвонаармейцаў. У мясцовай брацкай магіле знайшлі апошні прытулак 69 ваеннаслужачых, якія загінулі восенню 1943 года. Падрабязнасці ў сюжэце нашых корэспандэнтаў. У воинском поховании у поселку Калинина спочивают свыше 1000 человек. И час от часу на этих могильных плитах появляются новые прозвища. У 1943 году при вызволении Беларуси на территории сучасного Тярышковичского сельского совета и шли крывавые бои. И зараз у мясцовых лесах махчима находится еще не одно неведомое похование. Знайсти их допомагают архивные звездки и успамины мясцовых жихаров. На этот раз пошуковики знайшли могилу 69 червоноармейцев, якія загінулі ад ран у 1943-м. Дзякуючы архівам установілі асобу кожнага байца. Сярдзі них практически представители всех республик. Это и Украина, и Россия, и наши из Гомельской области, Добрушский район. Это и Узбекистан, и Казахстан. Члены поискового клуба «Алая погона» составили письма с просьбой помочь в поиске родственников. Разослали по всем адресам место призыва бойцов. Пакуль змаглі знайсці родных толькі ў Добрушы і на Браншчыне. Яны таксама прыехалі на цырымонію пахавання. Пасля вялікай айчыннай вайны прайшлі 10-годдзі. Нарадзіліся новыя пакаленні. Гэтыя людзі ніколі не бачылі сваіх дзядоў і прадзідаў, але падчас цырымоніі на вачах у іх слёзы. Знали, што дзедушка пагіб. Соответственно, когда узнали, што точна это он, бросили все дела, приехали. Это потрясающе. То есть мурашки бегут до сих пор. Чувство непередаваемое.
Церемония пахавання стала знаковой подеей не только для родных червоноармейцев, которые нашли опошний притулок на гомельской земле. На урочистом развитании шмат мясцовых жыхару. Яны пришли отдать данину поваги людям, которые поклали свое житё за нашу свободу. Настасья Кучинская, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня православные верники означают Петров день, або день святых апостолов Петра и Павла. А Свято-Петропавловский собор Гомеля сустракая простольное свято. На урочистостях побывали и наши корреспонденты. Уже шмат годов кафедральный собор Гомеля освечены менавито як храм славных и усяхвальных першаверховных апостолов Петра и Павла. Менавито молитвами гэтых заступников города собор во все, нават не самые лепшие для веры часы, заставался у нашем регионе надейной опорой. Выявы апостолов Петра и Павла на головном уваходе и на иконостасе православного храма. И наше поклонение им – гэта надеи кожного, каб набыть Петрову твердость и Павлову розум. У гэты день принято вспоминать житие и покуты апостолов. Як стверджая Библия, яны больше за інших вучняў Христа рупливіліся у проповеди яго заповедяў. Тому церква называе их першавярховными. Дата ж показывая на день, калі святые мощи Петра и Павла были перенесены у Рим. Отбылася гэта падзея яшчэ у 258 годе. Я хожу уже не первый год, буквально с детства, с бабушкой, с мамой. Всегда это очень радостно. Всегда так торжественно, красиво, столько много цветов, столько людей. Крестный ход, освящение, и очень приятно быть и всех поздравить с праздником. Что казать, горшие часы у житті гэтага храма застались у минулым, и дасть Бог больше не вернуться. Про гэта молятся у соборы, про гэта спевают купалы. И сегодня Петров день, заканчивая Петров пост. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, позвольте всех нас поздравить с нашим праздником престольным святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Они являются нашими покровителями города Гомеля, и мы все сегодня, особенно в этот день их памяти, приходим в кафедральный собор и возносим свои посильные молитвы, чтобы Господь их молитвами защитил нас, защитил каждого, защитил наши семьи, защитил наш город, защитил наше государство, чтобы мы с вами жили их молитвами в мире и благополучии. И Господь был рядом с нами, а они были нашими наставниками и хранителями в этой жизни. Людмила Чарнецкая, Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Стали вядомыя каманды, якія праставяць Гомельскую вобласць у рэспубліканскім фінале дзіцячых футбольных спаборніцтваў «Скураны мяч». Наймацнейшы ў малодшай і сярэдняй узроставых групах вызначыліся раней. Імі сталі Жлобінскі і Жыткавіцкі раёны. И вось пераможцу выявили самые старейшие футболисты 2002-2003 годов нараджэння. До гэтай узростовой группы особливая увага. Беларуская федерация футбола удельничает в проекте УЕФА по створению дитячих футбольных академий. Уже набранные команды сталиновитых хлопцев 2000-2001 и 2002 годов нараджэння. На чарзе 2003. Так что теперешний скураны мяч для некоторых юных футболистов может стать трамплином у великий спорт. Вот сегодня мы осуществляем набор и с 1 сентября начнет функционировать специализированный класс при академии, при федерации футбола, в академии нашей футбольной 2003 года рождения. Поэтому мы сегодня начинаем просмотр этих игроков, кандидатов. Мы порекомендовали вашим тренерам, вашему региону отобрать здесь на месте и тех лучших ребят, которые проявят себя в областных соревнованиях, привести на республиканский смотр. И тогда при комплектовании 2003 года как раз и будет та картинка, которая нас интересует. Мы заберем все то лучше, что у нас есть в регионе. А выбирать есть с кого. Скураны мяч николи не отшивал проблем с колькостью удельников. Навод под час летних каникулов собрать команду для поездки на турнир не является проблемой. Команда с Калинковичу приезжая на областный этап скураного мяча на протягу опушних годов практически в неизменном складе. Меняются только узростовые категории, у яких выступают хлопцы. Правда, перемахчи не отрымливается. Спынялись за крок от первого месяца, однако, не глядя на это, гулять и тренироваться не кидают. Мы уже знаем друг друга лет 7, наверное. Играем, у нас там есть мини-площадка, и мы там все время играем каждый день.
На гэты раз у групе городов футболисты з Калинковичаў финишовали на третьей позиции. Лепшими стали жлобинчане. У суперфинале яны сустрелись с футболистами с Будакашалёва, якія першинствовали у группе районов. Атрымавши перамогу с ликом 1-0, хлопчики с Будакашалёвского района будут представлять Гомельскую область на республиканском финале, який пройдет у вересні. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэта іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Паблавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.